Итак, пазлы, коль уж всем так понравилось слово, часть вторая. Закончили мы шлифовку, или правильно сказать, снимание лишнего слоя, придали форму голове, телу, хвосту и, естественно, крыльям. Вот так это теперь выглядит. Осталось сделать нам лапы и, наверное, кусок ветки, на котором будет сидеть она. И можно приступить к склеиванию. Ну что ж, вот наш пазл уже с лапами и когтями и с веточкой. Слушайте, я и правда подумал, может, смысл есть сделать пазл? Вы представляете, сколько его собирать можно? Ведь перья, ну, они, конечно, не идеально похожи, но чуть-чуть похожи. И этот сбор займет много времени и интереса, наверное. А может и нет. Ну что, еще раз пришлось ее разобрать, собрать, перенести уже на подложку. Сейчас вырежем подложку, на чем она будет у нас склеена. И все, и можно будет заняться покраской. Так мы докрашиваем то, что не докрасили лопкой, докрашиваем кисточкой.
Вот она у нас подсохла. Можно пошкурить.